Отлично. Раздаем, к сожалению. Что такой серьезный был? Тебе, как бы я подъехал к вам, а он такой серьезный стоит. Здравствуйте. Не это тротуар. Там не проехать, я здесь сижу. Почему машины? Там не проехать? Вон машины ездят, мне во двор завернут. А вот я сейчас скажу, дачный дом 28, они мне угрожают. Девушка, за сколько лет? Нет. Правила дорожного движения я читала? Да, я знаю правила дорожного движения. Читала? Да. Это ты вообще их не читала. Хорошо. И ты их не читала. И ты... Это то, что эта молодежь окружила нашу машину. Чего они хотят на этом здесь, что ли, не знаю. Я бы хотела, чтобы описали их всех, потому что я... Можно как-то у них... Я не могу у них просить, чтобы мне предъявили документы, но я думаю, что у вас надо идти, документы плохо. Инвалидный знак везде. Поэтому нашу точку, объяснение наше дадим тебе. Я знаю, в принципе, что мне объяснять. Вы здесь не первый раз уже стоите, все правильно. Как у вас движение, заезду по тротуарам, вот которые объезжают вот эти пробки. Вы понимаете, мы не объезжали по тротуарам, мы так, ехали... Хорошо, скажем так, где вы проживаете? На Козлова. На Козлова. Вот здесь вы как оказались? Мы ехали по своим делам. Нам нужно подъехать было, мы подъехать не можем. Хорошо, куда конкретно вы ехали? Вы можете здесь сказать? Нам нужно ехать в конец того дома. Какого? А давайте не при молодежи. Я вот не хочу при всей молодежи объяснять, куда мы ехали. Вообще, мы ехали по личным делам, в конце концов. Понимаете? Я понимаю, хорошо. Вот скажем так, на тротуар. Когда вы заехали? Только что мы заехали. Нет, 15-20 минут назад. Нет, подождите. Сейчас не о времени речь. Я про место имею в виду. У нас про место. Вот ближайший заезд, да? Да. Правильно? Ближайший заезд. Так. Вы можете это подтвердить? Вот, видите, вот машина. Или опровергнуть? У них даже камеры снимали. Вот. Видите, где машина? Видеозапись имеется, что они заезжали именно от того заезда и ехали сюда, двигались на тротуар. Именно водитель. А я же попрошу полицию вызвать сотрудников ДПС, чтобы оформили эту машину за нарушение ПДД 12.15 пункта части 2. Это езда по тротуарам. Отлично, хорошо оформлено. Давайте опишем каждого, кто здесь присутствует, потому что нарушены права и на каком основании. Будем выяснять. А какие права были нарушены? Давайте сделаем так. Если вы говорите о праве на передвижение, вас никто не ограничивал, вы спокойно можете уехать назад до сих пор. Вообще. То есть вас никто не задерживал, вы просто стояли на тротуаре. Я то, о чем я говорю, буду излагать в своем заявлении в суд. Хорошо. И, пожалуйста, это ваше вы право. Сушили автомобиль, нет. Не дали ему проехать, значит, поэтому я попрошу каждого. Смотрите, я еще... Хорошо. Давайте, товарищ полицейский. Так, это все будет продолжаться. Мы напишем эту девушку заявление, то, что она будет вас в заблуждение. Я вам могу подтвердить факты. Так, мы не окружали твой автомобиль. Подошел один человек, всего один. Никто не препятствовал сдать назад ему водителя. Транспортного средства. Никто. Есть видеозапись. Два факта и куча свидетелей есть. Я могу вам прямо сейчас показать, как она сюда заезжала. Мы конкретно нас вызвали на драку. Группа молодых людей с битами взрывает драку. В данной ситуации бит мы не обнаружили, драки тоже. Да. Потерпевших нету. Здесь в данной ситуации... Сотрудники ДПС. Мы сейчас их вызовем. Да. Все. Вот они, это в их компетенции, они будут разбираться. А что вас звали? Нам нужно было сразу, наверное, вызывать тогда сотрудников ДПС? Или как? Мне нужно фамилия, имя, отчество каждого из этих людей. Потому что мы с детьми не можем здесь спокойно пройти. Я с вами согласен, что это... Вы прям иногда идешь и не знаешь, плохо, куда да. скакать, в какую сторону. Доброе
разрыв. Молодой человек, здравствуйте, меня Настя зовут, Лайф 78. Да. А расскажите, пожалуйста, что произошло, вот если видели. Пока мы не можем комментировать, к сожалению, пока что. Ну а что, то есть как бы действительно сбили человека? Нет, человека никто не сбивал, просто был факт заезда на тротуар. Все. А человека пока никто не сбивал? Нет, нет, ничего не произошло. Они подошли к автомобилю. Ближе, чем на... Это вы подъехали к нам ближе, чем на 5 метров. Понимаете, они окружили автомобиль. Да, они находились на тротуаре, понимаете, по тротуару так нельзя ездить. Что, я вот нам без маяков тоже нельзя по тротуару ездить. Мы вам не препятствовали поехать назад. Мы могли спокойно отъехать назад в любой момент. Давайте вместе посмотрим. Давайте. Вот вы едете, вот ваша мама нарушает правила дорожного движения, двигаться по тротуару. Вот это я вижу. Вот сейчас женщина с коляской подходила, говорит, что нас обжаловалась. Отлично, вот мы остановились, потому что человек на тротуаре стоит. Ну а что задом-то не земли? Поехали бы задом, сдали бы, да и все. Предлагали. Потому что они окружили. Окружили мы не могли. Вот смотрите. Как мы окружили? Ну, наверное, подошли к вам и попросили, чтобы... Да. Я вам явно здесь не угрожаю. Не стоят просто, не стоят. Так, скажите, да какие противоправные действия они совершают? Ну так вы смотрите дальше. Ну я вижу. Так вы смотрите дальше, как они окружили автомобиль. Это еще не все. Они находятся на тротуаре. Ну, здесь можно ходить. Если бы они находились на правой части, мы привлекли бы их как пешеходов, нарушающих правила дорожения. Они на тротуаре находятся. Я не вижу, чтобы вашу машину там, как вы говорите, царапали, качали. Пытались разбить стекло. Здесь вы уже вызвали полицию. Вот, да, вот. И на этом наш разговор закончился. Они снимают только тех, кто спереди стоит, да? У них тут есть. Там никого сзади нету. У нас вторая камера есть, которая сзади. А у нас вон там третья, которая видит всех. Не переживайте. А кто сзади? Покажите, пожалуйста. Я вот не вижу сзади никого. Здравствуйте, мы в данный момент заехали на тротуар. Можно вас попросить, пожалуйста, ехать? А мне надо проехать, я там паркуюсь. Там... Я верю, что вы там паркуетесь, там запрещена парковка. И я здесь живу. Если вы в этом доме живете, вы знаете, что у вас за дом парковка. Слушай, я здесь живу 16 лет здесь паркуюсь. Вы 16 лет паркуетесь? А вы кто? Неправильно. А вы кто? Обычный гражданин. Покажите ваши документы. А почему я вам должен показать? Вы сотрудник полиции? И вы обычный гражданин, и я обычный гражданин. Тогда что? Только вы заезжаете сейчас вот на тротуар. Вы хотите просто вас бросить, этого не делать. Хорошо, я проеду там же. Как по газону. То есть вы по газону поедете, да? А вас не смущает то, что перед вами стоят пешеходы, и вы их собьете? Я никого не сбиваю. Я понял, что вы здесь живете. У вас парковочка за домом. Здесь тротуар. А где на тротуаре? Знаете, что есть знак, кирпич какой-то, я не понимаю. Вот где-нибудь на тротуаре видели знаки? Не, вы знаете, я вот живу вот в этом доме. Я вот понимаю. Я хочу поставить свой автомобиль. Да, вы сейчас сюда поставите свой автомобиль? Все покоренно приехал, меня вернули обратно, сказали, другой дом объедьте, и вот приедете вот сюда. Я еду. Понимаете, вы там, где заезжали. Да. У вас есть тут где магазин 24 часа и студия красоты? Там вы есть оттуда, какие-то знаки. Вы оттуда можете доехать. Понимаете, это не пешеходный переход. Это не пешеходный переход. Это тротуар. Я здесь не могу проехать. Это тротуар. То есть, где тротуар показан? Тут тротуар. А, знак тротуара не существует. Обозначение тротуара вы знаете? Я знаю, но здесь нету ни одного знака. Это запрещающий. А где вы видели знак тротуара? А вы где видели? На тротуаре где вы видели запрещающие знаки? Знаки здесь? Они скажите, здесь не нужны. На тротуаре не ставят автомобильные знаки. Дом, я здесь живу. Они как я могу сюда? Как я могу сюда приехать? По-другому. У вас парковка за домом. Вот парковка. Это тоже. Парковка. Вот этот залог. Тротуар. Вот магазин, понимаете? Я вот и парадный звучок. Охренели, что ли? Что? Вот, пойдем, покажу. Так чего тогда? Обозначение тротуара. На каком месте? Огражден. Вот проезжая часть. Парибрик, либо газон. Тогда вот там тротуар. Вот, и газон. Вот видите тротуар, вон там, о, дали, девушка пошла, вот это тротуар, на да. Смотрите,
Здесь тротуар. Что вы здесь?